Was buried in misery. I couldn't trust myself. You added a piece to me that I had never felt. Всем доброе утро. Никита разминает свои косточки. А я никак не разминаю. Не знаю, или меня слышно. Так вот, утро у нас проходит. Никита сказал, что будет заниматься спортом каждый день. Я пока что такое не готова. А я пришла умываться. Никита хотел помыться, а я пришла умываться. Ну, сейчас ничего, я быстро умоюсь. И все. Как всегда, гелем. У меня тут еще крем стоит помазаться. Вот, умоюсь. И вообще в планах у нас сегодня была уборка, не знаю, будем мы сегодня убираться или нет. Типа вдвоем по-быстрому там полы помыть, все такое, вот, пыль попротирать. Не знаю, дойдут у нас сегодня руки или нет, но вчера в планах такое было. Мы позавтракали манкой, посмотрели Наруто две серии, и сейчас приступаем к уборке, да, Никита? Да? Сейчас я... Оп, дверь. Сейчас я попротираю везде пыль, потом поменяю постель, Никита будет подметать, и я пол помою. И... Ну и так еще Никита чем-нибудь поможет, не знаю, может, с дела не сидела. Да. Вы посмотрите на этого человека. Полка. Молодым стал. Порезался. Да. Ничего страшного. Че такой гладкий? Свальский тип. Ну что, начинаем, да? Да. Включаем музычку нам какую-нибудь классную. Не будем зажигать. Мы доубирались. Ну, где-то минут, наверное, 15-20 назад доубирались. Я вот посидела в телефоне. Для вас прошла секунда, да? У нас где-то часа два мы убирались. Помыли полы везде, пыль протерли, постель поменяли. Везде-везде поубирались. Теперь у нас чистота. Я думала, у нас больше времени это займет, что, блин, аж стемнеет, до сих пор еще светло. Вот, так что день еще не закончен. На часах 21:40, а мы пообедали. Костя сказала, там еще у нас осталось поужинать. 21:40 на часах, она говорит, там еще кусочки мяса есть, но ужином останется. Короче, как всегда, этот режим у нас сбился. Не знаю, как его возвращать. Ну, а кто же еще виноват, если не я? Ой, сажусь записывать ролики на канал. Я сидел сегодня целый день в фотошопе текст учился писать. Более-менее человеческий. Ну, что-то там научился. Что-то там получается дальше. А у меня этот вышел. Холостяк. Холостяк вышел. Буду смотреть 7-ю серию. Удачи. Спасибо. Мы сейчас будем смотреть кино, называется «Эффект бабочки», да? Угу. Никита не захотел смотреть кино, как там называлось, «Жених из будущего», да? Потому что это закос под эффект бабочки. Зачем смотреть закос под эффект бабочки, когда можно посмотреть эффект бабочки? Ну, потому что тут новый 2019 года. Отлично, а это не стареющая классика. 2000 какой? Третий? Капец. Ну ладно, посмотрим. Сколько он идет? Два часа. Все, только тише сделал, слишком громко. Ложись. Ложусь. Досмотрели мы кино. Наверное, нашли видно. Я не включила фонарик. Если не видно, то... Общаетесь, пусть темнота, если видно, то все нормально. Досмотрели мы кино. Нормальное кино, в принципе, окей. Мне понравилось, в принципе.
Но когда мы смотрели трейлер, мне трейлер совсем не понравился, потому что как-то они странно его нарезали, правильно? Вот. О, смотри, там написано Магда Апанович. Кто это? Я не знаю, польский кто-то там был вписан. В титрах. Ложимся спать. У нас уже где-то около... Четырёх. У вас эти около 4. Но Лана еще вон там, а не вон там, так что еще нормально. Всем спасибо, что были сегодня с нами, и всем до завтра. Mm-hmm.